26 сентября в рамках программы интеграции в сфере культуры начался двухдневный рабочий визит делегации сотрудников Брянской областной научно-универсальной библиотеки имени Федора Тютчева в Донецкую Народную Республику. Гостей принимала Донецкая областная библиотека имени Крупской. В ходе намеченных мероприятий представители делегации Брянской библиотеки, в состав которой вошли заведующие отделами, ознакомятся с опытом работы публичных библиотек и развитием библиотечного дела в Донецкой Народной Республике. В течение двух дней специалисты библиотечного дела Брянской области поделятся передовым опытом работы по применению инновационных форм привлечения читателей, популяризации деятельности библиотек, процесса информатизации библиотечной деятельности. Перед пленарным заседанием состоялась совместная пресс-конференция должностных лиц Министерства культуры и работников библиотек, посвященная открытию семинара-практикума. В начале мероприятия слово взяла представитель профильного министерства ДНР. Мероприятие стало возможным благодаря реализации программы взаимодействия с регионами Российской Федерации. Мы в течение года действительно очень плотно работаем по нескольким направлениям. Это библиотечное дело, музейное дело, народное творчество, профессиональное искусство. Хочу сказать, что с Брянской областью у нас сложились особые такие вот теплые, дружеские взаимоотношения. Мы часто с визитом посещаем этот регион Российской Федерации. Сегодня, безусловно, искренне рада видеть своих коллег на Донецкой земле. Коротко о сотрудничестве и повестке дня рассказал директор Донецкой республиканской библиотеки. Что радует нас в этом визите, это то, что не только брянские коллеги будут делиться с нами опытом, но и нам есть что показать. Мы на сегодняшний день далеко не на последнем месте находимся по уровню развития библиотечного дела. И нас радует, что этот визит обоюдовыгодный в плане получения бесценного опыта. Что касается предметной работы брянских коллег на сегодняшнем семинаре-практикуме. В ходе пленарного заседания будет озвучено 4 доклада предметных по различным тематикам, которые уже озвучила Вера Геннадьевна. После будет секционная работа, где примут участие представители библиотек Донецкой Народной Республики, всех систем и ведомств, что тоже очень важно для развития библиотечного дела в целом. Одной из важных тем, подготовленных к семинару, стала работа библиотек с экстремистскими материалами. Детальнее о данном вопросе рассказала заместитель директора по библиотечной работе Брянской областной библиотеки. В Российской Федерации есть закон, который определяет работу с экстремистскими документами. Соответственно, на сайте Минюста Российской Федерации постоянно появляются списки литературы, списки документов, которые необходимо изъять из оборотов нашей библиотечной деятельности. Это очень сложный вопрос, очень болезненный вопрос для библиотекарей, для людей, которые причастны к документу и которые привыкли обращаться с ним бережно и, в общем-то, доверять ему. К сожалению, не всегда то, что напечатано, не всегда приносит пользу. Но это определяет Министерство юстиции. То есть это определяется по нашему законодательству судом. Суд решает о том, как поступить с тем или иным документом. По закону эта литература сразу же, списки обновляются ежемесячно, списки сразу же сверяются с нашими учетными и справочным нашим аппаратом. Литература изымается из обращения, и в дальнейшем она доступна только по особому запросу для ученых, для их деятельности. Именно поэтому мы достаточно близко, может быть, больше, чем другие регионы, знаем вот по этим направлениям опыт работы российских библиотек. И я думаю, что обмен опытом будет полезен в ходе этого семинара для обеих сторон, и для нас, и для коллег из Донецкой библиотеки. Планируется, что в рамках рабочего визита представители российской делегации посетят мемориальный комплекс «Саур-Могила», а также проведут ознакомительную экскурсию по Донецку. Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.